Сергей Николаевич, помните, вы на первом курсе говорили, что вы девочки носили брюки? Ну, когда первый раз вообще, что холода настали? Да, не в первом курсе, а в первом полугодии. В первом полугодии. Да. Не сказал такого стиля, потому что обсуждали без обтягивающих. Послушай, да, я помню, Лиза, я еще с головой дружу. Мне сразу говорили, ты слышишь меня? Сергей Николаевич, зря вы это делаете. Я поступил как, извини, отец взрослой дочери, как дед. Ну, жалко мне вас стало, понимаешь? И попросил девочки, темненькие юбочки, классического стиля, не в обтягивающих, чтобы своими прелестями не сверкали. Все услышали. Кто-то стал нормально сразу ходить стали. Затем получилось что? Вот ты что... В курсе дела, почему я отменил-то? Я же вам рассказывал. Стали облегающих носить. Одна в джинсах. Что такое? Я забыла. Вся эта вот, извини, пятая точка выпирает. Ну, мне ваша пятая точка, у меня не тот возраст. Понимаешь? Я видел столько пятых точек, сколько не бывает. Ну, не про это. И произошло ЧП. И я был свидетелем. Идут две девочки. Сзади два парня, и я поднимаюсь на этаж. Идут две девицы в обтянутых этих. А эти рот разъявили, и он упал. Ну хорошо, не поранился. А если бы он покатился по лестнице, это я буду отвечать? Я говорю, ты что? Да засмотрелся, он мне говорит, засмотрелся. Ну я ничего ему не сказал, это же дело такое, что не буду афишировать. Я пошел по группам, собрал вас и сказал, девочки, я принял решение, я его отменяю. Я сказал, девочки, я не самодур, давайте я вам 3 дня даю, понимаете, я свое решение отменяю, без комментариев, потому что я не хочу еще отвечать за сотрясение мозга, не дай бог, что-то случится. Большинство детей нормально на это адекватно отреагировали. Даже были такие первокурсницы и третьекурсницы, которые пришли и говорят, Сергей Николаевич, ну у меня, нормальные же брючки. Вот его вариант. Я говорю, девочки, лапочки, ну еще мне, вот старому деду собирает. Вот подходит, может мне еще линейку взять, замерять. Да что за хрень? Договорились? Юбки так, юбки. Единственное, что прошу, темного цвета, мне какая разница. Ну только, извините меня, по длине смотрите сами. Хочется вам идти по над краю по лестнице, ты же видишь, как рты-то разевают. Ну понимаешь же, я сказал, девочки, идите, пожалуйста, по правой стороне ближе. Некоторые дурочки не поняли, но я им популярно объяснил.